Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники проекта «Совалмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, а речь сегодня пойдет о социальных сетях. Многие из вас уже слышали неоднократно на наших передачах «Экспертное время» о том, что мы планируем запустить социальные сети именно компании «Совалмаш». Так вот, этот день настал. Запуск социальных сетей мы начинаем с запуска канала на YouTube с одноименным названием «Совалмаш», а также Instagram. На ваших экранах сейчас представлены названия одной и второй социальной сети, а также ссылки на эти ресурсы вы сможете найти в описании под данным видео. Ну а теперь давайте разбираться, что же будет на них предоставлено. Во-первых, мы не планируем ограничиваться только Инстаграмом и Ютубом. Мы будем запускать и другие социальные сети, но все будет зависеть от вашего отклика, от интереса и от удобства пользования. Поэтому комментарии с вашими пожеланиями, как всегда, приветствуются. И что еще мы хотим сделать? Мы хотим сделать так, чтобы контент, который будет транслироваться в социальных сетях, не дублировался. По крайней мере, мы будем стараться минимизировать этот процесс и предоставлять вам более, скажем, уникальный контент, который будет интересен разным категориям зрителей. На канале YouTube вы сможете познакомиться с экспертным контентом. Мы покажем вам, как протекают некоторые рабочие процессы, как некоторые эксперты смогут осветить ту или иную важную тему, касающуюся проекта, либо находящуюся, скажем, в непосредственной близости и косвенно влияющей на наши достижения. Рассмотрим интересные мировые события и так далее. В Инстаграме вы сможете прикоснуться к более сокровенным вещам. То, что происходит в цеху, в рабочий момент, в данный момент времени. Там будут демонстрированы интересные сторис, там вы увидите не менее интересные посты с более подробной информацией. Контент планируется разный. Все это запускается в тестовом режиме, и на сегодняшний день основная задача — наполнить социальные сети информацией, которая потенциально будет вам полезна и интересна. Ну а в дальнейшем мы будем, в зависимости от вашей активности, от ваших комментариев, пожеланий, регулировать те информационные потоки, которые будут, собственно, вам предоставляться. Поэтому, если вы видите этот видеоролик, значит, социальные сети уже работают. Вы можете смело переходить по ссылкам в описании под этим видеороликом и посещать их. В то же время стоит понимать, что данный канал «Двигатели Дуйнова» продолжает свое прекрасное существование, и теперь он будет работать немного в другом смысле. Здесь будет выходить интересный контент, который касается также жизни проекта. Он будет более эмоциональный, более драйвовый. Вы сможете наблюдать на этом канале вырезки из передачи «Экспертное время», которая теперь тоже будет проходить на канале компании «Совалмаш». А здесь же вы сможете быстро ознакомиться с сутью той информации, которая проходила в передаче, скажем так. Это вырезка из интересного интервью, это вырезка из какой-то ключевой информации. То есть данный канал более быстрый, более легкий, более информативный. Поэтому крайне рекомендую вам следить за всеми нашими социальными сетями, и каждый из вас сможет найти ту информацию, которая интересна непосредственно ему. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наши социальные сети.